spread it every higher. That mantra, you know, Brahmacharita mantra. Когда творение, возникло, то Господь Брама, он получил эту мантру с Брама Самхиты. Имя Кришны присутствует в ней. Also in the scriptures, so many scriptures, Krishna's name is so famous, but it is 5,000 years ago. То было 5000 лет тому назад, и во многих писаниях имя Кришны присутствует. Vishnu and Krishna is non-different actually. Вишну и Кришна не отличны друг от друга. Vishnu someone process towards it, and Krishna some another type of worshiping style. Вишну поклоняются одним образом, есть один тип поклонения, а поклонение Кришне имеет другую природу. Vidhi Marga, that is Vishnu worshiping style. And Raghamarga Krishna worshiping style. Господу Вишне поклоняются на пути Виды и Марга. Правила предписаний Кришне поклоняются на пути Рага Марга. Also Vidhi Marga Krishna worshiping in Vidhi Marga. Кришне также поклоняются на путях Виды и Марга. Maharaja Ambarish and others doing that way. Как Махарадж Амбариш и другие преданные поклоняются таким образом. Нарада, сам Нарада. Нарада both ways. Нарада поклоняется и так, и так.